Дорогие белорусы, дорогие земляки, вось и адыходзіць 2016 год, які быў вельмі непростым для наших сем'яў. Відавочна, что эканамічная ситуация не палепшылася, и мы уваходзім наступны год, не маючы великих иллюзий, что стане она лепшай. Але в этой ситуации мы не повинны падать духом, мы повинны отстоивать свои экономичные правы, мы повинны змагаться за их, потому что белорусские влады, на жаль, не могут справиться с этой ситуацией, и ту отказность за экономичную ситуацию, какая есть на сегодняшний день в Украине, и они спробуют перекласти на плечи простых белорусов. Не погаджайтесь с примусовой подпиской, не дозволяйте, как ваших детей посылали на бульбу. Не удельничайте у неких коллективных бесплатных субботниках, отстоивайте свои правы каждый день. Потребуйте от уладов, каб яна давала нам магчимость спокойно жить, вольно дыхать и отчувать себе беспечными. В наступном 2017 годе, я думаю, нам будет крыху лепей, калі мы будем триматься своих близких, родных, свояков, калі мы будем разом отстоивать свои правы. Живе Беларусь, живе 2017 год, только разом мы сможем добиться лепшей будучыни для себе и для наших детей.